А ты чего не ешь? У меня зуб болит сильно. У тебя что, зуб болит сильно, что вообще есть не можешь? Да. Родителям уже рассказал? Нет. Чего? Потому что... Слушай, это не дело, зубами не шутят. Он может так разболеться. Ну, пожалуйста, не говори маме. Ну, хорошо, если он пока не сильно болит, тогда хорошо. А если он уже будет сильнее болеть, надо будет рассказать. Хорошо. Скажешь мне обязательно? Да. А как собирать это? Сейчас я тебе покажу, это очень просто. Опа, золотой кубик, а я вам принес золотые конфетки. Спасибо. Давид, а ты чего не берешь? Ну, потому что. Не хочешь? Чего? Просто так. Слушай, впервые в жизни человек не хочет конфеты. Я обычно за конфетой готов все сделать. На, бери, вкусненькие. Что? Что такое, Давид? Ничего. Ничего? Ты уверен? Да. Ну, дотрагиваюсь так, как? Болит все-таки, вижу, да? Папа. Это что такое? Давид, ты, конечно, прости. У него зуб болит. У тебя зуб болит? А чего ты не сказал сразу? Жена. Это что, уже давно продолжается? Да, он просил не говорить. Давид, а ну да, посмотри. Слушай, надо поехать к стоматологу. Я не хочу зубы лечить. Он сам пойдет. Надо пойти посмотреть. Если там все хорошо, то да, ничего лечить не будет. Не будет. Да. На самом деле. Все же ходят к стоматологу. Да? Давай, и я тоже ходила, и папа. Идемте, ходил. Давайте вместе поедем. Поехали. Фу, хорошо, что мне не надо лечить зубы. Давид, уже рядом стоматология. Переживаешь? Ну, я как-то не хочу. Если зубы болят, они могут болеть еще и больше. Так что лучше поехать в стоматологию. Мама, пожалуйста, я не хочу. Отвезите меня домой. Папа тогда тебе подарит после стоматологии шоколадку. После стоматологии шоколадку точно нельзя. Что бы ты хотел, Давид? Он, наверное, бы хотел машинку. Нет. Ну, конструктор. Нет. А что бы ты хотел? Твой кубик. Мой кубик? Для скоростной сборки? Да. Самый мой любимый кубик. Артур, ну что делать? Подари, пожалуйста, ему кубик, чтобы он в стоматологию пошел. Ладно. Ну не переживай, все будет хорошо, мой зайчик. Ты же мужчина, да? Тем более, кубик уже отдали тебе. Так, это тут. Здравствуйте. Здравствуйте, давно не виделись. Ой, у нас у Давида очень сильно болит зуб. Честно, очень-очень сильно как переживает. Это? Еле уговорили его прийти, как поэтому... Как это? Как болит, расскажи. Ну, сильно. Ну, как сильно? Что, кушать нельзя? Да. Значит, надо смотреть, что там болит, да? Да, я кушаю. Так, отлично. В общем, Артур, ты остаешься с ним. Давайте, я с вами заеду потом. Ну что, мои хорошие, Давид довольный. Ой, молодцы. Давид такой довольный уже, потому что все сделали, да? Да. Ему вообще ничего не делали, только зубы почистили, а у него там просто орешек застрял. А вот у меня проверили и посвердили. То есть Давиду ничего, а тебя наоборот? Вот это да. Это мне повезло, а где мой кубик? Так, твой кубик у меня. Постойте. Но Артур дал тебе его, потому что ты смелый пошел к стоматологу. Что теперь делать? А играйтесь вместе.
Друзья, напишите в комментариях, боитесь ли вы ходить в стоматологию. И если ты чистишь зубы каждый день, ставь лайк.